Я вас категорически приветствую, друзья! С вами Федор Сумкин на канале GamePal Сумкин. Очевидно, но правда. И сейчас мы с вами посмотрим на такую игрушку под названием как Portal Eyes. Игра, насколько я понял по описанию, это своего рода клон на игру Portal от Valve. Только на Android. Собственно говоря, игрушка у нас будет в разделе «Федор смотрит». Я делал такую. Сколько у нас все уровней дало? Дохлистать. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще какие-то надо покупать. Ага. Понятно. То есть надо, получается, скачать полную версию. Ну ладно. Может, потом скачаю как-нибудь. Проходить я ее, естественно, не буду. Сейчас мем просто есть такой. Игра хорошая. Но проходить я ее, естественно, не буду. Нет, просто я... Делал бы не просто обзор. Хотя посмотрим, если игрушка будет достойной, то почему бы не пройти? Ну, вы сами знаете почему. Ладно, поехали. Я в игру Portal на самом деле-то не играл, Portal от Valve. Так что я не знаю, что там да как. Так, насколько я знаю, в Portal есть какая-то пушка. Вот. И, собственно говоря, эта пушка, она могла делать один портал, и поставить другой портал. И человек проходил через один и появлялся в другом. Вот это я знаю систему этих порталов. Так, ну ладно. Так, о. Что-то я открыл. Я вот тут открыл, да? Классно. А мне нравится, что? Довольно забавно. Смотрю вот сюда. А это там. Просто интересно посмотреть, как я там выходить буду. Ну-ка, что-нибудь появится? Забавно, конечно. Ну ладно, так, все, это был первый уровень, да? Ну ладно, так, посмотрим, что еще по порталам у нас тут есть. По порталам, точнее. Как отпрыгнуть? Так. Что-то я немножко не понял, конечно, что это такое. Что-то замедление времени какое-то, что ли? Непонятно. Так, ну-ка. Как мне туда попасть того? Что-то вообще как-то непонятно, как туда попасть. Алло, Что, надо нажать, что ли, было? Ну, ладно. Так, что у нас теперь? У меня какое-то черное поле, я не знаю. Надо на него нажимать. Все понятно, что прыгнуть надо нажать на него. Какая-то странная система. Такая большая кнопка для прыжка. Так, ну ладно. Давайте нажмем здесь. Я же надеюсь, нам потом пушку дадут. Так, сюда ты прыгать не хочешь, ага. Ну ладно. Давай нажмем. Ага. Так, какая-то коробка. Я понял, что надо сделать. Надо ее поставить вот сюда, потом запрыгнуть на нее, с нее вот сюда. Все, понятно. Так. Так, бери-ка ее сюда. Давай ставь вот сюда. Молодец, давай ставь. Опа! О, как все легко на самом-то деле. Так. Куда она теперь? На красную, да? Понял. Все, тут все понятно. Надо поставить коробку на эту красную фигню. Видите, на самом деле-то все легко. Может показаться, что сложно, на самом деле все довольно легко. Так, ставь вот сюда. Ага, пошли. Главное, чтобы меня не прихлопнуло. Так, меня не прихлопнуло, отлично. Идем. Все. Первый уровень пройден? Наверное, да. Так, сюда. Ух ты. Так. Опять коробка. Так, мы сейчас выйдем оттуда. Угу. Так, теперь нажимаем там выпадет сейчас коробка, это я помню. Или что выпадет? Где выпадет? А что выпало-то? Алло.
Странно, что-то я немножко не понял. Так. Стоямба. А! Нам сюда. Стой! Так. Теперь, я так понимаю, нам надо куда-то. Куда нам надо? Так. Так, теперь мы поменялись, теперь мы здесь. Понятно. Ставь сюда. Так, получается, я так понял, что надо, получается, поставить две коробки. Сейчас коробку сюда и коробку сюда. И чтобы открылась эта дверь. Все. Это дело понятно. Так. Меняй снова. Нет, нам нужно вот туда. Ага, замечательно. Ты ее, главное, не урони. Стой. Забавно, моего героя не видно. Видите, он в том портале? Коробку тащит, видимо, призрак. Что моего героя вообще не видно. Так. Братан, алло. Может, ты ее возьмешь? Так. Все, зашибись. Так, давай себе на кнопку нажмем. Точнее, на рычаг. Так. Нет, это не тот рычаг. О, вот сюда. Бери коробку. Ну, на самом деле все легко. Я еще раз так повторюсь, что действительно так. Все, все открылось, теперь проходим. Так, что же у нас будет дальше? Уровень 3. Наверное. Или это все один уровень? А фиг его знает. Так, давай отсюда. Что это у нас? Да ладно, портал-пушка, что ли? А. Что это такое? Приближать, что ли? Если я правильно понял, то портал-пушка, она делает портал. И мы потом можем через этот портал пройти. Я прав? Так, ладно. Наверное, портал надо сделать где-то здесь, да? Странно. Так. А, что я туплю? Нам же туда показано идти. Так. А, вот сюда. О, как все легко. Мне нравится, что. Понятно. Так. А ищи-то мне куда, алло? Забавно, мне надо попасть наверх. Каким-то образом. Но каким? Тоже другой вопрос. Так. Непонятно. Как же нам попасть сюда? Надо думать, надо думать. Может быть, я чего-то не замечаю. Но это один и тот же портал. Просто открытый немножко в других местах. Так, а что делать-то? Может, надо... А-а-а, понятно. Забавно. Точно. Недаром же нам дали приближение. Ой. Я одну штучку придумал. Ну, это ее скорее не я придумал. Ой. Блин, я сейчас запутаюсь, ребят. Блин, это, конечно, классно. Че? Так, ребят, все, я запутался. У меня просто чисто я запутался. Чего? Так. А дальше нам куда? Ох, как сложно. Так. Давайте еще раз вот туда, короче, поставим. Вот так, все. А, стоп. Не сюда. Вот сюда. О, другое дело. Все, и теперь мы хоть попали туда, куда надо, а то я уже, блин. У меня просто глаза запутались, такая иллюзия возникла, серьезно. Так, коробка? Коробка. А, для чего? А.
Понятно. Так. Бери-ка ее, братан. Ага. Давай теперь вот сюда. Ой, блин, нафига, я без коробки выпрыгнул. Так. Хорошо, давай, короче, еще разок. Просто на этот раз надо взять коробку, то я что-то про нее забыл. Так, бери теперь коробку, возвращайся назад. Вот так вот. Ага, поставь ее. Блин, опять не то сделал. А, ну просто давайте вернемся. Так. Теперь давайте выстрелим вон туда. Ага. Все, прыгаем вот сюда. Берем коробку. И идем вот так. Ставим. Так. Все, одно дело мы сделали. Теперь нам надо... Блин, нафига ты ее сдвинул? Так, поставь-ка ее. Оп. Так, отлично. Тут же не упаду. Так, теперь давай вот сюда. Оп. Так. Давай, братан. Что-то я не то, по-моему, сделал. Или то. А фиг его знает. Так, ставь коробку вот сюда. Блин, братан, поставь. А что я открыл? Мне просто нечестно, а что я открыл-то? Так, я попал сюда. А, понял. Оп, так. Теперь нажимаем здесь. И что мы открыли? А что я открыл? Алло. Ой, я ж там коробку не поставил, точно. Так, что-то я что-то тупанул. Может, ты войдешь в него? Так. Опять какой-то параш оказался. Так. Нет, это не дело. Так, не, ну тут, в принципе, все понятно. Получается, мы снова портал делаем вон туда. Ага. Так, коробку берем здесь. Так, берем коробку. Хорошо. Так. Теперь мы идем вот сюда. Алло. Чего? Так. Нет, 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 не сюда. Все, ребят, я окончательно запутался. Да, сделай вот туда. Еще приблизь. Вот туда. Все нормально. Так, почему ты ставишь здесь? Вот почему я просто этого момента понять не могу? Ну-ка, бери-ка его. Так. Блин, как же это сложно. Так. Блин, надо убрать как-то он с того портала. То есть мне тот портал мешает. Вот здесь который. Я уже как-то его закрывал, ну как? Конечно, интересно. Так. Ставь здесь. Ага. Короче говоря, ребят, я запутался, по-серьезно. Не знаю, сделал ли я еще одну серию по этой игре. Можно, в принципе, попробовать, но...
Я тогда между сериями разберусь и сделаю только вторую серию по этой игре, и мы закончим. Все. А пока что подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, напиши комментарий, расскажи друзьям, подпишись на группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании. А я с вами категорически прощаюсь. Все. Всем пока.